Так, новости. Ну, собственно, нет новостей. Говорить-то нечего. Ну, вот с Навальным видели весь этот цирк с накрутками. Ну, что тут скажешь? Все вообще, всем очевидно уже, по-моему. Чего стоят все эти оппозиционеры, честные, благородные. Ну, в общем, говорить скучно про это. Ну, а у нас чего? У нас, повторяю, новостей особых нет. Ну, вот на этой неделе, надеюсь, ребята из Индии выйдут вообще. Не из Индии, из этого, индийских застенков. Ну и, наверное, возобновим работу в Индии при нормальном ходе событий. А так, в общем, новостей никаких нет. Все спокойно, ровно. Воскресенье, лето. Ладно, тогда, в общем, ничего там. Да нет, какие новости, нет никаких. Тогда до следующего моего выступления. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.